Добрый день, уважаемые трейдеры! Сегодня четверг, 13 ноября. Вы смотрите новости на канале Инста-ТВ. В студии Анна Касаткина. Подавляющее большинство экспертов в оценке перспектив развития экономики в зоне обращения евро ориентируются на состояние крупнейшей европейской экономики Германии. И вчерашняя статистика продемонстрировала, что проблема с инфляционным давлением для еврозоны становится все актуальнее и опаснее. Вчера Федеральное бюро статистики сообщило об очередном замедлении роста потребительских цен в ФРГ в октябре. Показатель катастрофически быстро отдаляется от приемлемых значений инфляции, установленных Европейским центральным банком на уровне чуть ниже 2%. Согласно предоставленным данным, в прошлом месяце цены опустились на 0,2%, ухудшив значение годового показателя с 1,4 до 1,2%. Прогнозы аналитиков полностью подтвердились. Таким образом, октябрьская инфляция стала минимальной с августа 2010 года. Такие данные надавили на и без того слабое евро. Трейдеры в ожидании завтрашних данных о приросте ВВП за третий квартал стремительно распродают европейскую валюту. По отношению к американскому доллару евро по итогам торгов в среду опустился на 45 пунктов, но вскоре вновь поднялся. На комментариях члена управляющего совета ЕЦБ Эвальда Наводны о создании банковского надзорного комитета. Следите за последними событиями в мире финансов с компанией InstaForex. До свидания.